Так, всем привет, FIFA Ultimate Team, несчастный 9-й дивизион, из которого мы никак не можем вылезти. В прошлом матче мы проиграли последнюю игру тура и не набрали одно долбанное очко, чтобы выйти в 8-й. В итоге из 4 игр я слил все. Но одна была ничья, нам необходимо было получить то ли вроде 2 очка, да, 2 очка необходимо получить. Одну ничью мы сыграли, а там были проблемы у серверов, у eSports, поэтому во время двух матчей, где мы играли 1-1, игра просто вылетела. В итоге нам дали монеты, а очки нет. Собрал я себе такую команду вот со Шнайдерлином в роли капитана, Ленноном, Чемберленом на флангах. Кляйн у меня немножко сдает позиции, поэтому буду покупать, наверное, либо Уолкера, либо еще кого-нибудь. А так вот купил Варана за то ли 2000, то ли 3. Как раз парик 5, потому что сраные Кассини и кто у нас еще? Рид не справляется по полной программе. Ну Рид вообще, конечно, бист. Вроде показатели маленькие, но играет хорошо, в отличие от того же Гертонгена, который попросту проваливает все игры. Так, ну, пожалуй, пора приступать к самой игре. Первый матч в 9-м дивизионе. Надеюсь, соперник не будет с ужасным составом, как это обычно бывает. Откуда у людей столько монет? Ну, понятно, что они их покупают, но такие гигантские составы в 9-х дивизионах, такие классные команды. С информами. Ну и где мой соперник? Чё-то пока сивуха. Ну, где все школьники, которых я должен обыгрывать? Ваш соперник покинул матч. Ну, отлично. Вторая попытка. Ну и что это за хрень? Я сегодня сыграю или нет? Наконец-то. Давай, бери другую форму. Ну, блин, ладно, бери свою нормальную, я буду зеленым. Бери. Ну, бери черную. Достал ты меня. Так, Сыгнус 52. Чемберлейн. О, какой-то странный состав у него. Нафига ему в роли ЦАПа, в роли... Короче, Лэмпард не справится с этой ролью в своем возрасте. Итак, Олд Траффорд, ФК Зелан против Росарио ФК. Погнали. Нам нужны 3 очка. Чамбо. О, господи, блин, я еще не ожидал такого. Давай, на игрока пасуй. Охватил, против меня играет школьник. Но у меня уже были случаи, когда я проигрывал таким юнцам. Эпе. Кляйн. Чамбо. А
Отлично, закидывает. Тео, беги, Тео, Тео, Тео. И это должен быть 1-0. Ну как ты не забил, Волкот? Ну здесь еще должен прикрывать Морган. Тео, ты достал. И никто не открывается. Ни Реми, ни Волкин. Ни Волкот. Короче, соперник какой-то узуфрукт. Что-то мы его по полной прижали. Самое главное, не ошибиться в обороне. Вот как здесь сейчас может быть. Ну, Клиши, беги, ты же быстрый. Отлично, это Варан. Первый матч проводит за нашу команду. Итак, Леон, ты бегунок, давай. Ну куда ты бежишь? Чей мяч наш? Ладно, торопиться не нужно. Тем более первая игра, это 9-го дивизиона. Есть все шансы, надеюсь, выйти наконец-таки из этого дна. Вот это жесть, вот это жесть. И пожалуйста, давить, давить и пропустить какую-то хрень. Опять-таки оборона, куда вы бежите? Абахами Мартинс, привет Рубину. Ну давай, Тео, делай свое дело. Ну там же фалешник был, естественно. Хотя бы желтую даем. Но штрафные бить я, к сожалению, не умею, поэтому бью на шару. Это Лой Креми, детка. Конечно же он. Кто же еще, как не он? Не ты уже Волков, который мажет все моменты. Потому что по факту он нифига не нападающий, а вингер, а мы ставим его как правую форварда. Но вариантов больше нет. У меня нападение еще из игроков есть Лонг, который просто дно. И Адебайор, который скорость сами знаете какая. 1-1. Нам нужно выигрывать по-любому. Морган. Нифига не Морган. Это кто-то играет Пепе, но это понятно, он красавец. Давай, хоть что-нибудь придумай, ты Волков несчастный. Волков и Чемберлен последние игры просто сдают. Мне не нравится. Оставить некого. Ну, Элио, ну Элио мне тоже уже начинает бесить своей. Скорость есть, а ума нет. Вот, Волков, почему ты сдаешь с позиции? Ты же хорошо бегал, у тебя форма подходящая. Равновешивай на Реми. И Реми головой. Реми, ну какого макара ты встал? Пепе. И Морган, Морган, у тебя нет скорости, ну забей, братан. Бляха ты, муха, Морган, как ты не забил? Направо отдаст, естественно. Предсказуемый пацан. Будет идти в обводку, но не было там фала. Сейчас еще карточку даст, естественно. Гайли Клиши. Левый фланг оборон тоже надо менять. И Клиши, и Морено начинает напрягать меня своей тупостью. Вот кому нет претензий, это к Пепе. Хотя он нифига не подходит под нашу сыгранность, но играет отлично. И Реми. Давай. Ну, кто у него воротов, я даже не заметил. Угловой. Надеюсь, угловой. Нет. Отдаст направо же, нет? Лена, не тупи. Шнайдерлин. Отлично, беги, 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 беги. Ну как ты не забил, Реми? Столько моментов запарываю. Так, ладно, успокоились. Сыграем в тики-таку. Если нам дадут, конечно. Вот опять оборона. Где был Варан, мне спрашивается.
Клише, молодец, только отдай на того. Ну все, включаем тики-таку. Вот какого Макара Чемберлен стоит и не сбегает? Я что ли должен делать? Все, это 2-1. Идиоты! Два дебила! Волкот. Давай, Филиппе, Каутиньо, но каутиры! Ну это жесть просто, ребятки. 1-1. Варан, забей, ты хорошо играешь головой. Ну не в этот раз. Отлично, вратарь просто идиот. Что он делает? Я не понимаю его действий. Кляйн. Чамбо. Давай, Чамбо, сам. Сам, Чамбо, сам. Вешай на Реми. Вешай, дружище. Какого Макара? Гаэль. Вешай. Но не туда, дебилоида. Кляйн. Бей. Каутин. Ну такой момент еще был. Просто 100% гол. Ну нет, надо уступить. Леннон. Отлично. Леннон. Давай, Арн. Ну, все почти сделал. И в конце, как обычно, вступил. О, черт. О, нет. Свою дивизию Ховард тащит. Из всех вратарей, которые у меня были в этой фифе, Ховард просто бист. Отлично, Мэтью Дитрам получил. Ховард просто везде выручает. Где защита? Ну это же фол с их стороны. Это жесть, ребятки. Свести уже наконец-таки. Пипец просто. Эмоциональный стресс и первый тайм. Мы, конечно, больше атаковали, но столько моментов запороли. 10 ударов. 8 ударов в створ. У него 4-3. Ну, хор, конечно, бестяра. А, настроились на второй займ. Нам нужна только победа. Мы приехали, чтобы победить. Хотя мы дома. Ну, давай, кого-то там меняешь. У тебя состав, но... И кого-то выпустил. Кто это вообще? Бернард из Шахтера. Дно это, не игрок, не он есть. Ну давай, Волка, покажи, на что ты способен. Реми опять не забегает. Навес Волка-то. И кто там? Я не бил. Какого хрена EA Sport делает движение само за меня? Действие. Я не бил. Это 100%. Я просто стоял. Никогда не понимал этого. Пепе. Чамбо. Идиот. Пора менять его, походу. Только на кого? На Майко, на кого же еще? Больше вариантов нет. О, черт. О, черт, Пепе, как ты мог? Твою дивизию. Волк, это отдай другому человеку. Ты не справляешься в этом матче. И уже не только в этом. Вообще не справляешься. Какого хрена ты не забил, Лойк? Действительно, вот так надо делать. Можно было отдавать пас на Каутиньо и выводить вперед эту команду. Нет. Еще Чемберлен желтый получает. Парем на банк. И это даже не угловой. Я в штангу попал, что ли? Или отскочила? Я так и не заметил. На эмоциях. Нифига он своими забросами. Ну, здесь. Вы это видели, нет? Ховард просто встал и не поймал мяч. Сейчас еще гол будет. По-любому сейчас не забьют. Отдай пас на Лойка и беги. Лойк. Волк, откройся. Отлично. Давай пенальти ушахать когда-нибудь. Аут, нет, блин, опасно. Ладно, пора сделать замену, но не дают, потому что мяч не у нас.
А жалко меня, я Волкота и еще кого-нибудь. Здесь офсайд должен быть или что там? Здесь Марушими, не офсайд. И еще желтый Морган. Ну, отлично просто. Ну, он отдаст, естественно, сюда. Налево отдаст. Мозгов-то больше нету, парнишки. Марика придумал что-то новое. Ну нафига ты выбиваешь, Варан? Я делал пас. Ох ты. Филиппе. Каутиньо, ну дебилоиды, а. Твою дивизию. Пепе, догоняй, догоняй. Бернард, он быстрый, черт. Пожалуйста. Атаковать всю игру, пропустить какую-то плюшку. Ну, хоть повторно не смотрят, спасибо. Душевные. Тупые. И кого выпускать, скажите мне, пожалуйста? Майкон. Вместо Волкота, вместо Каутиньо. Уилшер и Хитарян или Тарап. Короче, Чемберлин достал меня. Вместо Чамбо выйдет... Тарап, потому что он слишком легкий, его ломает опять как может. Ух ты, у него азил есть. Ну что ж, будем спасать эту ужасную игру, которую мы показываем. Нифига, он сейчас финтить начнет, что он на эмоциях. Давай уж. Меньше понтов, больше игры. Майкон, давай. Я еще и фалил. Ну, гениально просто. Ну, разводи уж, кого ты там ждешь. Ну, он тоже решил быстро короткий пас сыграть. Два дебилоида, вы это видели? Реми. Но он же мешал ему. Хотя это игра в корпус, но все равно. Все, Лена, давай. Беги. Хотя у него сил-то нифига уже нет. Ну куда ты пасуешь, а, Реми? Беги, Реми. Ну хотя бы ничего там. Ужаснейший матч с нашей стороны. Что-то Майкон не справляется с ролью нападающего. Какого хрена ты сделал, дебил? Я уже видел, как 2-2 было. Давай. Уилш, тащи. Это ужасную команду. Ужасный. Майкон. Пасуй, Майкон. Майкон, какого хрена вы не забиваете голы? 100%-е, я не понимаю вас. О, черт. У него еще Абафеми Мартинс. Конечно, сейчас нас хочешь. Бежал бы, поэтому получай. Надеюсь, только не красным пэдом. Только не красным. Мне играть в обороне некому. Спасибо. Видимо, этот матч сливали. Сейчас навесть, естественно. А я на того отдамся. Кого ты из них? Ну давай, не тяни время. Ты специально задерживаешь. Что ты сделал? Майкон, вся надежда на себя, братан. Господи, надо было обыгрывать. Надо было обыгрывать. Надо было просто обыграть ложным замахом. У меня нет времени.
Ну, сейчас нам Мартинса отдаст. Азил. Азил медленный. О, черт побери. Вариантов нет. О, нет. Нифига я пошел. Ну все, 3-1. Сразу же первый матч, сразу же первое поражение. Просто позор. Проиграли какому-то школьнику. Своих же ошибок. Потому что Майкон и Вокет и Чемберлен. Один ремей забивает. И то не все. Ну давай, зачем ты мне выбираешь Пепе, когда мне нужен фланговый игрок? Бля, пиздец. Бежать Пепе, когда есть Вулшер. И EA Sports просто гениально в плане подбора действий. Вешай, и сейчас забиваю. Потому что этот гол даже не забил здесь. Если бы даже забил, все, блин, не успел бы третий заплатить. Ладно, у меня работает тактика, нифига. Столько матчей уже слил, пора за сейчас предыдущие. И не хотя бы были победы. Ну что, поздравляю соперника с капитаном Хайдановичем. Выиграл на нашу же ошибку. Единственный, кто играет нормально, это Реми. Остальные просто я не понимаю. Бернар дубль что ли сделал? Нифига. Давайте посмотрим моменты. Вот он. От Мартинса убежал. Могли же мы выиграть этот матч. Реми 2-1-1. Ну, считай, он сам не вовредился, дали желтый. Вы бы еще красный показались, такой бред. И тут, ну, здесь, да, конечно, согласен, здесь грубо было. Шнайдлин в подкате. Морган единственный, кто хорошо играет в обороне наравне с Пепе. С Пепе. Даже Варан и то привез ним парочку. Вот здесь, например, Варан. В подкате и все его обыграли. Вот где здесь был Варан? А, это наш момент. Ну все равно, ну, вот здесь Реми не забил, здесь вратарь значит. Ну там Майкон должен был забивать и делать счет 2-2. Или какой на тот период был. Ладно, блин. Опять проиграли, как всегда. Сколько монет здесь дали? Ну, 600 почти. Посмотрим рейтинг. Майкон я дал даже не 6,5, а 2. А Дель Тарат вообще даже не играл почти. Мяча я не видел. 0 очков. Так, что мы имеем с нашей командой? У Ленина контракт закончился, но, наверное, его стоит убрать. А выпускать даже не знаю кого. Попробуем Элию. Даже плевать на сырницу вообще, ничего не дает. Морено. И вместо Чамбу выпустить кого? Уилшера или кого? Может вот Лену? А если вот так? Сыгранность падает еще больше. Потому что здесь англичанин, здесь голландец. Так, контракт. Ну, нам много не будем предлагать. Хотя вариантов нет, ладно, пусть будет два матча. И все, контракты заканчиваются. Мы все 16 на 24. Ну как-то так, такой состав, попробуем, сейчас не получится второй матч. Всем спасибо, кто посмотрит эту эпичную битву, эпичное поражение. Как мы могли выиграть, но, к сожалению, проиграли. Пока.